Ну что, народ, разбираем, что к нам приехало. Крын Татусы, 5200 мессоров барбаросов, 1500 мессоров капитатусов, потом пеликорнисы, афиногастеры гиббоза. Это тоже пеликорнисы, мономориумы, субопакум. Это у нас капитатусы, это у нас мессоры-барбарусы, это мессоры-барбарусы, это мессоры-барбарусы. Под низом мессоры барбарусы, пеликорнисы, капитатусы. Да, играться и посчитать, сколько живых, сколько мертвых, будет немного проблематично. А вот здесь тоже мессоры барбарусы. Да, весело будет. А, извините, народ, уточнил. Это у нас Темноторакс афинис. Уточнил, кто это такие. Гиббозосы по сравнению с ними гиганты. Хотя, если сравнить гиббозос и пеликорнис, все. Буду начинать их всех сортировать и осматривать, кто жив, кто нет. Да, еще эту коробку разобрать. И в той испанской посылке, то мне кажется, это у нас не барбарикус, а пеликорнис. Хотя, возможно, и барбарикус. Мне что-то он мелкий кажется. Да, вроде барбарикус. После всех этих гигантов, что у меня были, то мне что-то уже мелкие.